наблюдая обычные вещи, можем терять многое. И недавно мне порекомендовали прочитать, такая книга есть, можете записать тоже для пользования, Насим Талиб «Черный лебедь». И там приводится Насим Талиб. А? Насим Талиб. Ну, это сейчас такой бестселлер идет по психологии бизнеса. «Черный лебедь». Ну, вы его, конечно, все прочитаете, но механизм там и много интересного, много философского, психологического. Но там приводится пример тому, что индюшка, тысяча один день, если кормить индюшку на протяжении длительного времени, то она привыкает к тому, что все хорошо, она привыкает к тому, что получает корм, привыкает к тому, что все замечательно, хорошо, но вдруг наступает один день. И никто этот день для нее, и она сама не просчитывает. Не знакомо ли вам это в бизнесе? Да? То есть происходят какие-то моменты, человек привыкает к чему-то, все вроде бы хорошо, в психологии хорошо, в бизнесе хорошо, поставщики все рассчитываются, и вдруг наступает день X. Хотя никакого кризиса в стране нет. Да? То есть мы говорили о том, что наступает некоторый момент. Так вот, черный лебедь – это механизм восприятия. То есть, если мы знали, что все лебеди белые, и пока не открыли Австралию, мы только потом узнали, что есть лебеди черные. Но мы все были убеждены в том, что лебеди белые. К чему я это говорю? Что сегодня есть некоторые моменты в жизни, связанные с работой нашего головного мозга.